Классика, классика. На разрыв так. Боровичок! Гриб-боровик, говорю. По длине. Ну, я тебе могу рыбир дать, но там 43 сантиметра. Мы от нее оглохнем вообще. Давай я буду придерживать тебя. Придерживать могу я, просто я иногда отхожу. Ну, а твоя, у тебя штиль, да? У меня штиль. Послабее. Он погрубее. И он шина больше. Это зависит не от... Ну, Константин знал, что взять. А вот для вот этих вот вещей, конечно, изумительно. Ну, это зависит не от инструмента самого, а от того, что у тебя в лицо стоит. То есть, поставишь ты на свой штиль другую гарнитуру, и все, нормально тоже работает. Сколько вот на кусок важно не выставили, все равно это какая-то фигня получилась. Нет, это не фигня, но... Так, пару слов о Хускварте. Пару теплых... Костик, сейчас фотик не выпадет, нормально. Yeah.
Ah!